аттракционов, на которых очень хочется покататься. Это не я так ору, это другая звезда Ютуба. Я бы орала еще громче, наверное. А пока девушка-брюнетка накричала на 5-е место в топе. Почему же она так орет? Потому что она на катапульте Slingshot в кипрском лунопарке Айя-Напа. Садишься ты в кабинку. 3, 2, 1, пуск! И тебя выстреливает на высоту 90 метров. Это высота 25-этажного дома. С этой высоты ты можешь насладиться своим открытым от ужаса ртом и криками соседа по кабинке. Ну что, наорались? Теперь медленно поднимаемся на 4-е место в топе на самом большом в мире колесе обозрения. Оно в Лас-Вегасе и называется Хай-Роллер. Его высота почти 170 метров. Вы посмотрите, какие тут няшные розовые кабинки. Полный оборот длится полчаса. Можно купить билет с баром, если уж хочешь совсем шиком прокатиться. Тут дороговато, от 27 долларов. Но очень красиво смотреть на Лас-Вегас с огромной высоты, особенно ночью. Из Лас-Вегаса не уезжаем, а отправляемся покататься на карусельке. Что, поверили, что такая каруселька на 3-м месте? Я тоже не поверила. Потому что на 3-м месте у нас снова страшная-престрашная штука. Карусель на крыше гостиницы «Стратосфера» на высоте 300 метров. Ага, жутко! Большая металлическая рука держит 5 открытых, да-да, открытых кабинок над городом. А раз карусель, то еще и крутит. Не слишком быстро, но люди бежат прилично. Никуда не уходим с крыши гостиницы «Стратосфера». Нам еще на 2-м месте покататься надо, на башне свободного падения. Вы спокойно сидите и наслаждаетесь видом города с 300 метров. Потом скамейка раз и подлетает резко вверх. Крики, писки, страх. 2 секунды сидите и снова наслаждаетесь видом. Но уже неспокойно, потому что вам еще падать вместе со скамейкой. А потом снова вверх. Кто скажет, что не страшно, пусть сам попробует. Ну а самую крутую крутизну я оставила напоследок. Внимание! 1-е место! Самые крутые американские горки Формула Росса. Они в первую очередь для тех, кому нравятся гонки Формула-1. На вас надевают специальные очки. Вы садитесь в вагончик, похожий на машину, и... За 5 секунд вас разгоняют до 240 км в час. Мама! Это самая большая скорость в мире на американских горках. Плюс вы еще успеваете несколько раз упасть вместе с вагончиком с высоты 50 метров. Короче, все прелести в одном. Кричать вы не будете. Когда ветер дует с такой скоростью в лицо, крик куда-то прячется и боится высунуться. Все это удовольствие длится 1,5 минуты. Немножко дольше, чем я вам об этой горке рассказывала. А еще запомни поговорку про горку. Не жди, пока рэп на горке свистнет. Подпиши друга на Ксюшу Бейс. И подпишись сам, конечно. Пока-пока!